вами разберем два элемента, которые называются условно качалка. Условно, то есть у арабов мы помним, что названий как таковых нет. Все это специфика, это все условное. Качалка верхняя, качалка нижняя. То есть качалка нижняя, когда мы снизу как бы качаем наверх, у нас работают коленки, мягко сгибаются, разгибаются, и мы ведем наши косточки наверх. Вот такая верхняя качалка. Вверх, вверх. Акцент идет наверх, снизу наверх. Это нижняя качалка. Верхняя качалка или душка ее называют. Ну кто как. Когда мы наоборот делаем жесткие ноги и пяточкой как будто бы забиваем гвоздики в пол. Приподнимаемся, жесткие ноги на прямых ногах, затягиваем корпус и вот эту косточку мы поднимаем и за счет удара пяткой опускаем резко вниз. Вниз, вниз, вниз. То есть если взять вид со спины, то же самое. Нижняя качалка, верхняя, пам, пам, пам. Нижняя, она же у нас идет на бегущей шине. Верхняя качалка, пам, 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 на жестких ногах, она же идет на все оттяжки. Она же идет на шаги на ноги, то, что мы видим. Вот она вниз, вниз, вниз. Вниз корпус прямой, жесткий корпус, обязательно без затяжка. То есть полный контракшн всего тела идет. Ха, в себя, плечи, голова, не забывайте осанка, обязательно ручки. Не провисает, тело не прижимается. Все у нас пам-пам-пам-пам. Та-та-та-та-та-та.